Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем отстраивать ультратанк в игре под названием Mad Tank. И наш танк стал еще сильнее, потому что я прислушался к вашим советам, нафармил алмазов и купил себе самый последний, и, как оказалось, самый мощный корпус под названием Скорпион. Я пошел зарабатывать деньги, чтобы прокачать свои орудия, и даже немного заигрался. Мне удалось пройти вторую локацию, но пройдем мы сегодня ее вместе с вами, чтобы вы увидели этого просто охренительного босса. Он реально классный. Также мне стали доступны какие-то ранговые зоны. Понятия не имею, что это такое, пока еще не играл. Хочу сделать это вместе с вами. Но сперва давайте докупим себе еще одного дрона. Так, дроны, потому что у последнего корпуса есть целых 3 слота под дроны. 2 дрона есть, а вот третий надо купить. И, по-моему, у нас хороший дрон под названием Семафор, потому что он тоже запускает ракеты, самонаводящиеся. Конечно, не так много, как предыдущие, но, по-моему, это неплохо. Или купить что-нибудь другое. Ай, ладно, давайте купим Семафор. Он, в общем-то, недорого стоит и будет меня полностью устраивать. По крайней мере, в ближайшее время. Так, ставим его спереди, я сказал. Устанавливайся. Дрон готов, а вот деньги. Куда бы потратить деньги? Опаньки, у нас же еще лотерея есть. А у меня алмазы имеются лишние, тратить их некуда. Поэтому давайте-ка сыграем в лотерею. Может быть, я смогу прокачать... Вау! Да, билет для основной пушки. Хорошо, еще один лотерейный билет. Я хочу себе не основную пушку прокачать. Я хочу прокачать себе дополнительные орудия. А мне не выпало еще ничего, что позволило бы прокачать дополнительные орудия. Они здесь вообще выпадают, эти штуки? Я ни разу ничего подобного не открывал. Вот. Дополнительное, давай дополнительное. Yes! Вау, наконец-таки. Но алмазы все закончились, и я ничего себе позволить больше не могу. Ладно, не фартануло, не повезло. Давайте прокачаем наш новый дрон. Хотя бы немного. Денег у меня охренеть просто сколько. Дрону можно дать, ну, демеджа, я думаю, 1010. Хотя тратить все деньги как-то не особо хочется. Ладненько. Эти дроны прокачаем тоже несколько раз. Давайте вот так, наверное, окей. Даже вот так. Ну и дополнительное орудие на остаток тоже было бы неплохо прокачать. Все, отлично, отлично. Все у меня стало мощным, все у меня стало быстрым. Выезжаем, наконец-таки, воевать. Ха-ха! И да, на танке установлена лечилка. Причем лечилка мощная, на 10 хп в секунду. В общем, в чем же суть этого танка? Ну, во-первых, он быстрый, это сразу заметно. Во-вторых, у него много слотов под орудие, правда, меньше, чем слотов у предыдущего корпуса. Зато он выпускает вот такое вот странное, заразное, ядовитое облако, которое замедляет врагов и дымажит. Да. Хотел показать, как это дело дымажит, но ха-ха-ха, не получилось. Слишком все быстро. Хорошо, ракеты мощные, дроны выполняют свою работу на 5 с плюсом. В общем, вот этот вот семафор, это вот такая же штука, как и моя основная пушка. За исключением того, что меньше просто, и все. Так, вот облако. Хе-хе. Я так и не понимаю, сколько демеджа наносит это облако. Но довольно много, это здорово. И черт возьми, опять все похоже на какую-то кучу мух. Давайте-ка я, наверное, пройду несколько волн, чтобы вы не смотрели вот на это в очередной раз. И покажу последнего босса. Последний обычный босс практически уже умер, но вы посмотрите на его количество хп. 8,5 миллионов. И у меня складывается такое ощущение, что враги становятся все толще и умирают гораздо дольше. Например, обычные зомби. Раньше они умирали с выстрела одного лазера, сейчас приходится лазеру действительно попотеть и нанести, ну, 1015, наверное, урона. По таким, ну, ощущениям моим внутренним. Я не знаю, на самом деле это жестко. И да, минус Скорпиона в том, что яд он выпускает не постоянно, а только в тот момент, когда ты движешься.
И это немного неудобно. Реально приходится находиться всегда в движении, продумывать траекторию, по которой ты будешь ехать, и заманивать на эту траекторию босса. Тогда эффективность возрастает до максимума. Ну и вот появляется последний товарищ под названием Вагабонд. И этот засранец творит невероятные вещи. Сейчас вы поймете, о чем я говорю, и это настоящее безумие, казалось бы. Он просто идет и ничего не делает, но нет, он играет на своей гитаре и вызывает огромные, ой-ой-ой, эшелоны зомбарей. И это пока только начало, дальше их будет еще больше. И выжить в этом месиве становится проблематично. Нужно реально вот так вот их маневрировать, постоянно куда-то залазить. Ой, я в ловушке, или, ой, не бей меня, или где-нибудь вот здесь сидеть. Но так или иначе, 4 миллиона я ему уже снял. Очевидно, он погибает быстрее, чем тогда, когда с ним сражался я вне записи. Потому что пушки мощнее. Прокачал я. Пушки и дронов поставил. Да, почему-то я изначально не поставил дронов на этот корпус. И в итоге прохождение уровня затянулось надолго. Но вы посмотрите, сколько зомбарей. Конечно, есть и белые зоны, где можно проскальзывать, как-то выживать. Но этих зон маловато. Супер. Что значит супер? Ты сейчас вызовешь еще больше зомбарей? Да ты издеваешься. Да ты издеваешься надо мной. Ладно. Без яда я бы точно здесь не выжил. Яд многое делает, прям очень многое. Спасибо большое вам за то, что рассказали мне об этом секретном, действительно мощном оружии. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто со всех сторон. Ладно, по-моему, здесь безопасно будет. Какое-то время, вот сейчас вниз. Хорошо, ну практически умер он, зато денег мне дадут, ой. Так, а надо бы отсюда уходить, он может меня сам по себе в угол зажать. Не знаю, атакую. Как будто бы мой танк толкали, словно какой-то шарик для пинг-понга. Это было странно. Его просто реально отбрасывало, или я что-то не понимаю. Блин, куда бы? Да куда ты вниз едешь? Опять он начинает глючить. Что с тобой не так, танк? Давай, вот здесь мы выживем. Урона практически боссу не наношу, потому что он постоянно прячется за стенами зомби. Стены зомби. Вот сейчас хорошо дэмэдж пошел. Правда, опять зомбари повылазили. Не знаю, он целится в меня каким-то образом, или он просто рандомно вызывает зомбарей. Я до сих пор понять этого... Ой, зачем я поехал вниз? Честно сказать, не могу. Вроде бы как-то рандомно, но могу ошибаться. Давай уже сдыхай. Мне нужны просто твои деньги. Чертов чувак в сомбреро. Сомбреро и с гитарой. Что еще нужно зомби в пустыне? Я не знаю. Ну круто, конечно, то, что он умеет подчинять зомби. Если бы я тоже так умел делать, игра бы прошлась быстрее, я думаю. Потому что каждый зомби наносит много урона. Да давай. Ой. Уходим. Чуть не погиб, чуть не оказался в ловушке. Вот сейчас я в ловушке, правда, но... Пушки знают свое дело. Пушки защищают меня, пушки дамажат. Всего лишь 100 тысяч хп. Блин, и под конец зомби стало еще больше. Да умри ты уже. Yes! Зомби сдался. Как зомби мог сдаться? Я не знаю. 70 миллионов денег я получаю в награду, это неплохо. Давайте наконец-таки прокачаем какое-нибудь свое орудие. Например, 4 билета. Я думал, 3 надо. Как бы 3 и накопил. Хорошо. Так, может быть, дрона получится, а? 2 билета. Ну а корпус? Сколько у меня на корпус билетов? Давайте корпус попробуем прокачать. 4. Ни на что не хватает прокачки, но ладно, погнали потестим эту... Эй, только что я перед записью нажимал, и оно нажималось. Видимо, это в определенное время только доступно. Следующий сезон? А чё этот сезон недоступен-то? Странно, не правда ли? Сезон недоступен. Ладно. Ну и ладненько. Раз такие дела, давайте прокачаем нашу основную пушку. Денег 30 миллионов. Блин, я смотрю на эти цифры, мне больно становится. 30 миллионов. Я думал 3. Ладно, 37. Хоть немного прокачали. Погнали проходить следующий уровень. Эх, мертвый город называется левел. И посмотрим, что же будет там. Может здесь челлендж нет, недоступен. Хорошо. Будем ждать наступления той поры, когда челлендж откроется нам. Ну а пока смотрим на этот уровень. Здесь я еще не был, здесь я еще не сражался. И какие-то новые зомби, которые будто бы что-то тащат за собой. Похожие на бомбу. Друзья, это зомби-камикадзе. Я знал, что рано или поздно они появятся. И вот, пожалуйста, зомби-камикадзе.
Да, действительно, будет теперь не просто с этими зомбарями совладать. Нужно прям просчитывать на 1000 шагов вперед передвижение танка. Вот как это делать, неизвестно. А сколько они дэмэджа, интересно, наносят? Ладно, у меня сейчас 2500 хп, и это прям круто, действительно. Когда много хп, прям приятно. У тебя есть несколько возможностей ошибиться. Так, ну, чё-то как-то лям 600 всего лишь у босса. Должно было быть больше, наверное. Ну, лям 600 неплохая цифра, конечно. Но от этого уровня я ожидал чего-то более серьезного. Сколько денег, интересно, будут давать? Ну и в дальнейшем боссы тоже пойдут жесткие. Жесткие. Вот теперь будет, наверное, 3200. Ну, 3 миллиона 200 тысяч хп у босса, скорее всего. А вот обычные зомбари, посмотрите, они не умирают уже с одного попадания ракетой. С одного лазера они не умирают. Они хотят жить. И они все для этого делают. Они убегают, они проходят мимо меня. Они меня дразнят и выживают. Сколько бы я в них ни стрелял. Не круто. Не круто. Ой, а может быть стоит прокачать мою ракетницу основную? Блин, у него 2 миллиона хп. А что-то как-то непропорционально растет здоровье. Обычно в два раза больше. Кто меня продамажил? Я даже не заметил, это были зомби-камикадзе или это были обычные зомби. Непонятно. Так что ж ты такой шустрый-то? Непонятно. Нет, действительно, я не заметил, кто меня начал бить. Тупо непонятно. Непонятно. Совсем. Так, кто там вылезет? Просто кучка, да? Да, наверное, стоит прокачать. Прокачать, друзья, свою основную ракетницу. Наверняка там будет цена не в 4 билета, а в 3. Хотя и лазер наносит сейчас больше урона, но мы можем это исправить. Благодаря прокачке ракетницы. Не знаю, поможет это, не поможет. Блин, очень больно бьют зомби. На ровном месте 600 хп сняли мне. Это ж безумие. Самое настоящее. Я даже не успеваю понять, кто. Смотрю в одну точку, а меня дамажат с другой. Ай. Хотел рядом с зомби-камикадзе понаходиться, чтобы просто понять, сколько урона он наносит. Чего мне нужно опасаться? Потому что когда я буду знать, что дэмэджа суп... Да кто? Это яд! Меня плюют ядом. Когда я буду знать, что дэмэджа супер много, желание с ними сталкиваться у меня сразу отпадет, и я буду вести себя аккуратнее. Блин, плевальщики, они стали быстрые и живучие. Посмотрите, он не подыхал. Он не хотел подыхать вообще никак. Странный чувак. Он зомби, он уже мертвый. Что ему стоит умереть всего лишь один разок? И минус этого яда, что он все-таки немного обзор уменьшает. Маскирует плевки врагов. Вот как тогда было. Они сливаются, покрываются и, короче, не особо удобно. Лучше бы яд был невидимый. Но тогда я бы не знал, где яд находится и как из него стрелять. Ладненько. Просто нужно адаптироваться. Вот я не чувствую усиления своего танка. Жестко не чувствую. Да, удалось пройти предыдущий уровень благодаря корпусу, но так прямо, чтобы... Вау, у меня с какое-то супер крутое оружие, и я на изи все прохожу. Такого нету. Возможно, это ощущение появится после... А-а-а! Как я криво поехал. И я не специально. Я нажимал вниз, он поехал так. Может быть, появится это ощущение после активирования билетов? Да блин! Я серьезно не хочу погибать. Что за хрень? Они все жирные, очень жирные стали. Как маленькие боссы. Целая куча маленьких боссов. Я вспоминаю... Да не подходи ко мне сзади. Вспоминаю первый уровень, где... Блин, реально? 30 хп? Жесть. Жесть, вот даже просто пипец. Да, это было неприятно. Окей. Моя основная ракетница вносит всего лишь 10% урона. Плевать, я хочу ее затестить. Я хочу ее затестить, я хочу ее прокачать. Так, основное оружие. Где она? Вот она. 2 билета. После прокачки урон возрастет вдвое, а скорость стрельбы вдвое не возрастет. Но ракет, по идее, будет побольше, чем было раньше. Так что я даже и не знаю. Ну, давайте, давайте, давайте. Это будет первая моя прокачанная пушка. Хорошо. Да, промоушен. Хорошо. Она прокачалась. Я рад, я счастлив. И посмотрите, как круто это выглядит. Посмотрим, замечу ли я разницу. Да, по-моему, даже ракет стало вылетать больше. Ну, после битвы с первым боссом станет очевидно. Есть плюс или плюс нет. Нет его. Давай, вылази. Ну и буду вне записи опять фармить деньги, фармить алмазы и будем прокачиваться. Будем находить билеты.
Может быть, и не стоило тратить все билеты на это оружие? Может, оно того не стоило? Но на самом деле, вроде бы получше стало. Или нет, или хуже наоборот. Да кто меня убивает-то, я не могу понять. Ладно, друзья, на этом мы с вами пока остановимся. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Советуйте что-нибудь, потестим. Пока. Пока. Пока.